День открытых дверей прошел в Центральной городской клинической больнице Реутова. На вопросы будущих мам ответила новая заведующая женской консультации Елена Шинкаренко. Она вступила в должность 1 декабря этого года. Ранее возглавляла поликлинику номер 4 в Балашихе и очень рада снова вернуться к акушерству и гинекологии. Врачебный стаж Елены Витальевны – 38 лет. Наша задача – правильно сформулировать ведение беременности, ознакомление с теми или другими моментами, которые возникают во время беременности. Это касается конкретно вот сегодняшнего мероприятия, поэтому говорю о беременности. А деторождение и родовспомогательная служба – это всегда самое главное для любой женщины. На встречу также приехали сотрудники Балашихинского родильного дома. Врач-акушер-гинеколог Дмитрий Волосовец рассказал о техническом оснащении медучреждения и врачебном коллективе. По его словам, в Савино созданы комфортные условия для бережных и естественных родов, а самое главное – безопасных для матери и ребенка. У нас круглосуточно дежурит детская реанимационная бригада. На роды, которые... мы подозреваем, что они могут потребовать нахождения детского реаниматолога, мы вызываем сразу же, еще до того, как ребенок родился. Врач-акушер-гинеколог Альбина Даулеева познакомила гостей встречи с платными услугами, которые предоставляют в Балашихинском родильном доме. Это, в частности, роды по контракту. Они включают в себя дополнительные обследования и консультации беременных, роды в индивидуальных боксах с полным сопровождением акушерами и врачами, а после пребывания в палатах повышенной комфортности – одноместных или семейных. Эти палаты часто берут те семьи, которые хотят вместе пребывать. И также берут часто пациентки после операции кесарево сечения, потому что мамы пациенток хотят иногда помогать, чтобы восстановление шло больше, находиться в такой непростой момент рядом. В конце встречи в лотерею разыграли два сертификата. Один на пребывание после родов в палате повышенной комфортности, другой на контрактные роды с дежурной бригадой врачей. И здесь удача улыбнулась реутовчанке Татьяне Юмагуловой. Она на 22-й неделе беременности ждет мальчика. По ее словам, встреча с врачами помогла определиться с выбором роддома. Теперь ребенок появится на свет точно в Савино. Я ездила, когда первый скрининг у меня именно там был, мне очень понравился. И мне знакомая тоже сказала, она живет, кстати, в Железке, сказала, что в железнодорожном. Сказала, что он новый, она там сама не рожала, но очень хвалят. У меня были мысли, чтобы туда поехать. Теперь точно туда поеду. Балашихинский родильный дом в микрорайоне Савино был открыт в 2016 году. За время существования медучреждения врачи успели принять больше 10 тысяч родов и выполнить порядка 5 тысяч операций разных уровней сложности. Наталья Григорьева, Станислав Хрычков, телеканал ТВ Реутов.